Сегодня рассмотрим кандальные и пьяные узлы. Это два очень похожих друг на друга узла, отличающиеся лишь способом завязывания. Для завязывания кандального узла нам необходимо на конце сделать две одинаковые колышки. После чего завести эти колышки одна за другую, пропуская колышки друг друга и обтягивая этот самый узел, мы получаем две независимые затягивающиеся петли. Обтянув за ходовой и коренной конец, эти петли затягиваются, и мы получаем 100% кандалы. Пьяный узел отличается от кандального лишь способом завязывания. Небольшая деталь состоит в том, что колышки накладываются одна на другую с другой стороны, но протягиваясь каждая сквозь противоположную, и получаем две затягивающиеся петли. Обтянув их, получим точно такие же наручники. Бегло взглянув на этот узел, может показаться, что это двойной рифовый, который мы используем в шнурках. Но при пристальном рассмотрении становится очевидно, что это другой узел, который используется совершенно иначе.